Тяжелая игра очень, с обилием моментов в наших ворот, так и у них не в ворот. В конце был у нас навал, было достаточно моментов, чтобы перевернуть игру, сравнять счет и можно даже выиграть, но чуть-чуть нам не повезло, поэтому обидное поражение. Остается один матч в чемпионате, будем к нему готовиться, должны выигрывать. У Энергетика сегодня были проблемы в защите. Насколько удалось, может быть, воспользоваться этими проблемами нашей команде? Ну, мы не воспользовались, мы проиграли. Поэтому их оборона сыграла отлично, потому что они победили нас. А в перерыве, может быть, что-то тренер сказал, потому что довольно шаткий счет и какие-то комментарии были при игре? В перерыве особо ничего не было. Сказали играть так же агрессивно, как мы играли в первом тайме. Счет был 1-1 после перерыва. Пропустили какой-то, можно сказать, нелепый гол. Там соперник хорошо воспользовался моментом, разобрался мастерски, и мы получили гол. Хотя у нас было, повторюсь, достаточно моментов в конце, чтобы перевернуть игру. Но чуть-чуть не получилось, не фортануло, можно так сказать. А Энергетик удивил чем-то? Вот, то, к чему готовились, и то, что в действительности было сегодня? Да нет, ничем не удивил. Мы разбирали то, что они просто бьют вперед, и там борются подборы, и проводят свои атаки. Ничем он нас не удивил, мы все это ждали и ожидали, но у них это получается, почему нет, если им этот футбол приносит результат. Поэтому соперника мы, можно сказать, так наизусть знали, но чуть-чуть не получилось.